Рыба кишечным дрова. Так. И сегодня у нас венок, точка на все-таки на уклейку, на ельца, на уклейку и много всякого такого вот на мах все-таки. Нас на сейчас оснастка покажу, заброшу. Вот эта оснастка. Это у нас стандартная удочка. Я взял набор за 50-45 монет, если самый дешевый выдаем. Это у нас крючок 24, муха. Муха, просто муха, все. Просто муха. Просто муха. Бутерброда мы никакого не используем. Ловится все хорошо. Сейчас покажу вам садок. Садок вот такой ловится. Елец, куча уклейки, галавль, ну и такое. Вот. На три маха, в принципе, вполне комфортно ловить. Принципе, успеваем. Вот опять уклеечка. Просто уклеечка мне нужна сейчас жидцовая. Можно ее тут и наловить. Он 51 грамм. Вот. Вторая. О, вот уклейка еще жидцовая, смотрите. Первое. Жильцовых тут много. Но бывает не жильцовые, естественно, без них не обойтись. Можно поставить, попробовать 22-й крючок. Бывало, приклевало более уже больше граммом, весом и так далее. Вот. Елец также тут присутствует с головлем. Вот, опять же цовая, видите, опять же цовая. Координаты 110-125. Спуск поплавка 18 сантиметров. На карте это вот это место. Вот. Вот как до конца доплыло у вас. Вот, к примеру, если мы закидываем мах, то конец как уже поплавок по течению не плывет. Мы перезакидываем опять на начало. И вот опять клюет. Вторая удочка. Первая нет. Вот у нас уклейка опять чатовая, которая нам нужна, живцовая. Вот. Уклейка не живцовая. Первая удочка. Вот. Уклейка 22 грамма. Трофейные в чате встречаются, поэтому закрыть трофея даже очень легко. 72 грамма это уже перебор держится. Раз. 31 недобор. От 40 до 70 грамм. Нужен живец. Вот. Вот. Поэтому у меня уже 50 рыб все-таки. Даже, ну, сейчас будет 50. Вот это 50-я рыба. Да, все, 50 рыб все-таки. До точки за полдня, считай. Пришел я на точку в 6 утра. А вот даже еще не наступило 6 вечера. Опять 5-я живцовая, которая нам нужна. Мах у меня примерно... По маху у меня 5 метров. 5 метров у меня мах. Поэтому я кидаю на всю. Возле берега так себе берет. Перезакинем лучше. Да, поэтому тут реагировать очень сильно надо. Так. Ну, вот такая вот точка. Уже надо будет брать. Расскажу уже. Вот видим у нас вот, березы, коряга. Тут у нас пару деревьев вот такие. И вот тут вот мы стоим. Вот тут. Если вот так уже натяжка лески идет, то нам уже нужно перезакинуть. К примеру, ну вот это сейчас возьмет. И мы уже перезакинем. Все. Вот. Клюет елец. В принципе. Клюет галавль. Клюет елец. И клюет уклейка. Вот. Вот эти три рыбы на этой точке поклевывают. Муха. Можно дешевый аналог. Это перловка.
Перловка. У того, кто не хочет потратиться на муку. Это перловка. Вот. На перловку тоже будет брать не менее, но вы отсекаете тем самым головлян. Ну, а на муху все-таки, не знаю, для меня берет получше все-таки. Как я пробовал, 59 грамм, как раз та, которая мне нужна. Живцовая. 22 это не живец. И сейчас я вам покажу. 54 рыбы наловил. Сейчас покажу, сколько будет живцов. Так, живцы, живцы, живцы. Живец. Клеек живцовых вот столько уже. Да, если посидеть еще день, можно и наловить штук 20-25. Вот. Вот опять, видите, живцовая. Опять живцовая попалась. Вот это что? Не даже вес, конечно. Все же. Так, вторая. Не даже вес, но... Вот, еще живец. Видите, сколько тут живцов можно нафармить. Вот. Поэтому у меня вот такая точка. Вот, в принципе. Я думаю, вы видите координаты, точку. Дерево спадшее. Сейчас отходим вправо. И вот тут ловим. В принципе, я вот правую клейку рассказал. Про яйца тоже. И корабль, соответственно, тут стоить ничего не будет. Но все же он на этой точке присутствует. А жаль. И было бы, не было бы головля, было бы больше уклейки и ельта, естественно. Елец тоже можно подзакрыть. В чате трофеи ельта были, трофеи уклейки тоже были. Поэтому наловить вам. Показываю еще раз, сколько у меня живцов. Уже вот столько. Поэтому всем приходите сюда на точку. Всем как бы удачи и не хвоста не чешуи.